А это что за сцена и спектакль? Это не сцена, Сашенька. Но это ты с папой римским. А эти лица тебе знакомы? Мама. Правильно. 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 А вот это? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот это? Царство небесное. Еще один папа. Только родной, не римский. Умница, умница. А вот это? Вот, шеф, такое не забывается. Вручение главной премии в номинации «Лучшее телешоу» 2 года тому назад, а? Вот это да, «Лучшее телешоу», это хорошо. Но ведь раньше-то, я помню, премии давали деньгами в конце квартала. Вот, а на этот раз? Что, ничего не дали? Как не дали? 15 тысяч долларов в конверте, только за кулисами уже. Это что-то новенькое? А я почему про эти деньги ничего не знаю? Не-не-не-не, Ирина Валентиновна, побойтесь Бога. Какие доллары? Вы что? Я же не выездной. Я доллары-то в глаза не видел. У меня друзья вон за форсу как погорели. В самом деле, Ирина Валентиновна, не начинайте склоку из-за нескольких несчастных тысяч, которые муж заначал 1000 лет тому назад. Мы занимаемся психотерапией. Ничего себе терапия. Заначить полный конверт денег – терапия. Ха, да он проиграл их на следующий день в казино. Легко пришли, легко ушли. Какая разница? Подождите, 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 подождите. Нет, что же получается? Я не могу понять. Что же получается? За какой-то ничтожный отрезок времени из Хохмача-Москонцерта я стал звездой во фраке. Я вот не знаю, куда провалился этот отрезок времени и куда он ушел из моей памяти. Вы ведь должны это знать, я думаю. Почему я стал звездой? Да потому что ты талантливый, Александр. Да какой к черту талант? Талант. Я театральной скамьи со студенческих лет мечтал сыграть Отелло. И что, сыграл? Ты не можешь сыграть Отелло. Почему я не могу сыграть Отелло? Ну, потому что у Отелло таких усов не бывает. Да откуда ты знаешь, какие усы у Отелло? Ну, не знаю. И потом ты белый. Я белый? Ну, местами да, белый. Но это не аргумент. Знаете что? Аргумент, не аргумент. Давайте сначала пообедаем, потом будем предаваться воспоминаниям. Да с обеда надо было начинать. По последним данным, популярный телеведущий Александр Алтайский выписан из больницы и доставлен на дачу, где находится сейчас вместе со своей женой и коммерческим директором. По утверждениям врачей, состояние Алтайского удовлетворительное. Но по неофициальным данным, ему поставлен диагноз «ретроградная амнезия». Проще говоря, из памяти Алтайского выпал значительный период жизни. Сможет ли далее вести Александр Алтайский всеми любимое шоу «Улыбка судьбы» остается под вопросом.
С вами была телекомпания БАК ТВ и я, Алексей Стукачев. Ну как? Все круто. Глянь. Получилось. Мышечная память. А? Мышечная память. Наше тело помнит многое безотносительно к голове. Да? Хорошо. Шеф, на самом деле ничего хорошего. На канале гонят пургу и психуют. Пусть успокоятся. Да? Да. Я больше не претендую на роль Отелло. Только по-прежнему хочется знать, как я стал знаменитым. Да. С карьерой вам помогла Ирина, ваша жена, шеф. Так, теплее. Ну, я не хотел задевать ваше самолюбие. Задевай, задевай, не бойся. Мы не самолюбие щадим, а занимаемся психотерапией. Значит, вы. Перестань мне выкать. Ты помогла. Борис несколько утрирует. Дело в том, что дядя Коля... ну, ты помнишь, Николай Сергеевич. Разумеется, не помню. Ну, в свое время дядя Коля тогда недолго был председателем государственного телеканала. И первым председателем всесоюзного конкурса молодых исполнителей. Кстати, ты на том конкурсе победил. А потом? Ну, потом государственного телевидения не стало, и дядю Колю... выгнали. Да. И он перешел в нефтебизнес. Но тебя успел раскрутить. Меня что? Раскрутить. Вставить в эфир, сделать узнаваемым, любимым. А разве можно сделать любимым? Да запросто. Не, ну если показывать днем и ночью, так это же легко. Нет, нельзя. Членов Политбюро тоже показывали и днем, и ночью. Правильно. Да потому что их раскручивали бездарно. А при хороших деньгах и хорошем администраторе раскрутить можно даже Бабу-Ягу, продав ее как секс-бомбу. А значит, меня продали? Ну, в какой-то степени. Набили цену. А потом в вашей жизни появился я и продолжил раскрутку. Интересно. Очень интересно. А что вам не нравится-то, а? Вы, молодой человек. Вы. Так ты утверждаешь, что появился, когда набили цены? Так я тебе сейчас буду сбивать эти цены. Я ведь тебя не звал. Ну и что? А то, козел прыгучий, являться надо по приглашениям. Ну и что? А не самим являться. Тоже мне явление Христа к народу. Александр! Александр! Ты несправедлив к Борису. Самые черные дни он был рядом. Да! Рядом, близко! Друг дома закадычный! Мы никогда не ревновали, Отелло! Петра Святого! Ира, дай ему транквилизаторов вместо отбивной! Молилась ли ты на Демона? Сейчас же из рук вся! Ира! Ира! Ничего мне не давай, кроме отбивной! Александр Павлович, ну это правда, зарублю, ну это смешно! Да на каком основании-то, ну, а? А на таком основании, что я видел тот платок! Ира! У нас есть штамп по браке? Есть штамп! Вот именно! Так как меня назначили мужем этой Дездемоны, я требую, как муж, вот с моего приусадебного участка, с моих скромных 600-ок! У нас 28-соток! Скромных 28-соток, Ягу! Александр! Вам будет стыдно, шеф. Возможно. Только я еще не выяснил, из-за чего
Мне будет стыдно. Ты как себя чувствуешь, Александр? Как муха в золоченой табакерке. Если я у себя в доме, то хотел бы переодеться в домашнее. Халат в шкафу в спальне. А где спальня? Вверх по лестнице направо. И я бы хотел принять ванну. Вверх по лестнице налево. Хорошо. Ничего себе. Мальчик мой, все будет хорошо. Ласки – это мощнейшая терапия. Так мощи-то я как раз и не уверен. А ты, Александр, целуй. Целуй. Никакой мышечной памяти. Алтайский, ты чего мне голову морочишь, а? Твой врач – садист. Угу. Сказал, что с основным инстинктом у тебя все в порядке. Ты чего надо мной издеваешься, а? Минуточку. Одну минуточку. Ирина! Валентиновна! Минуточку. Я 2 недели ждала эту минуточку! Ирина, ну мы же взрослые люди. Надо во всем разобраться. В чем? Как в чем? В чувствах. Их надо воскресить. Постепенно, шаг за шагом. Понимаешь, я не могу иначе. Ну, теперь, во всяком случае, ну, не получается. Не обижайся, а? Я не хочу быть черствым, но у меня действительно сейчас все угнетено. Башка забита разводом. Каким разводом, а? Ну, каким разводом? Ну, как каким разводом? С первой женой? Да не было у тебя никакой жены. Не было никогда. Я у тебя первая и, ту-ту-ту, надеюсь, последняя жена. А Маруся? Маруси нет. Маруси – это бред. Бред, понимаешь? Не было никакой Маруси никогда. Да а ты-то кто был до меня, а? Кто ты был без меня, шоумен? Сраный. Кто тебя сделал? Ты сделала. Вот именно. А мысли твои о какой-то несуществующей мифической бабе? Ну, застряла. Гвоздем в башке сидит. И голова твоя занята чужими гвоздями, а близкий, родной человек, который рядом с тобой, страдает. Ты его даже не помнишь. Ну, Ирина Валентиновна, прошу, погоди. В
все не совсем так. Я тебе противна? Я прошу. А что нас связывало? В смысле? Ну, что было? Плотская страсть, высокая любовь с первого взгляда. Тогда почему никакого следа не осталось? Ни здесь, ни здесь. Да потому что ты не любил меня никогда. Или любил? Не знаю. Ну, соври. Не могу. Сволочь. Сволочь – это перебор. Чужой, да. Миллион людей чужие и ничего. Живут. Плохо живут. Плохо, хорошо, нормально. Живут и побеждают трудности. Какие? Житейские. Ужас. Но у нас так не будет. Все, завязываем с высокими материями. Ты болен, Александр. И тебе надо продолжить лечение или в хорошей клинике, или в санатории. А это дорого стоит. И жратва дорого стоит, и содержание этого дома, и московская квартира. Мне нужен доступ к банковским счетам. Ну и что от меня требуется? Цифры, коды. Пароли, явки. Ты что, действительно ничего не знаешь? Прости. Я знаю все, но только не себя. О. Хватит поясничать, клоун. Это тебе не Москонцерт. Ты должен перевести банковские счета на мое имя. И еще я хочу разобраться в делах компании. Ну, хорошо. Оформи документы, я подпишу. Ну, вот и договорились. Переулочки, Гусятников слушает. Боря, ты спишь? Нет, Ира, не сплю. Не до сна. Нифига, Ирочка, перед тобой я не буду отчитываться ни под каким соусом. Нахрена мне это нужно, если у меня генеральная доверенность на любые действия нашей компании? А кто подписал? Он подписал. Когда? Находясь в здравом рассудке и твердой памяти, до того как. Любой ребенок тебе сейчас скажет, что все, что он подпишет, не имеет никакой юридической ценности. Боря, ты поступаешь подло. Нет, Ирочка, я поступаю не подло, а как нормальный деловой человек. Потому что я пока еще не сумасшедший. Спокойной ночи. Переулочки. За что? Не понял. Зато я все поняла про этот цирк с амнезией. Декорация все это. Да зачем мне такая громоздкая декорация? Чтобы избавиться от меня. И весь этот бред о воскрешении чувств. Есть мнение, что истерия страшнее потери памяти. Ах, подлецы. Это заговор за моей спиной с Борисом. И все для того, чтобы мне ничего не досталось. Чего тебе не досталось? Моей доли по брачному контракту. Ты, конечно, не помнишь, что подписывала его, а? Конечно. Кидалово это все, Александр Павлович. Гнусное Кидалово. А теперь подбери мясо с пола и жри его.
за кусок свинины по морде. Да, сдвинулся мир. Мышечная память, работай. Так, так. Сезам, откройся. Так, что здесь? Доверенность, ну, доверенность, ну. Барахло. Правильно, какой дурак будет деньги хранить в сейфе. О. Князь? Похож, похож. Оба. О. За лучшее телешоу. Ну, Алтайский. Беги. Уж простите, Ирина Валентиновна. Может быть, я и сволочь, но не болванчик. И подыгрывать нет времени. А муха в табакерке непременно умрет. Вы дома самостоятельная. Не пропадете. Спасибо за отбивную. И пусть меня застрелят при попытке к бегству. Саша! Что? Дорогой, я за тобой. А обыскивать меня не будут? Зачем обыскивать? А мало ли зачем по нынешним временам. Если за шматок мяса в рожу бьют, то за что-то другое и глотку перерезать не грех. Мне нравится твой боевой настрой. Далеко бежишь? Бегу прочь. Куда прочь? Не знаю. Пока просто прочь. А там, глядишь, и электричку попутную поймаю. Угу. Хватит дурить. Устроил казаки-разбойники какие-то. Все телефоны, понимаешь ли, вырублены. Борьк с пеной у рта жалуется. А тебя Ирка, что ли, выперла? Она может. Да нет. Я сам выперся. Вот тогда чего стоишь? Давай, садись. Садись, Александр Павлович. Алтайский. Thank you.
Что-то не так? Сам хочу понять. А зачем это вам? Ха, ну и вопросец. Если дыра огромная появится в сетке вещания, что тогда? Что тогда? Рекламодатели шарахнутся. Неустойку потребуют. Твое же время до конца года продано на корню, Александр Павлович. Мое время? И не просто время, а прайм-тайм. Прайм-тайм. А что такое прайм-тайм? Не дури. Это значит лучшее время. А рекламодатели шарахнутся. Пресс какую-нибудь политическую подоплеку вытащит. Сочинит какой-нибудь кремлевский наезд. Тогда уже акционеры раскудахтаются. Да не переживайте вы так. Вон, даже все лицо пятнами пошло. Ха! Как не переживать? И вообще, с каких пор мы с тобой на «вы»? Хорошо, перейдем на «ты». Значит, Борька не врал. Плох ты. Борис? Да. Он сбежал. Куда сбежал? Откуда я знаю, куда? Да ладно, далеко не убежит без денег. Да есть у него деньги. Откуда? Заначку нашел. А, где же она была? В матрешке. А ты говорила, что он все забыл. Выходит, не все забыл. Знаешь, кончай свой сериал латиноамериканский. У нас контракт. Выгодный. Для тебя сказка, для меня геморрой. Скажи честно. Ответь мне официально. Шоу вести сможешь? Шоу? Ну, к конференцу мне не привыкать. Большие концерты сборные проводил. Я от Саратовской филармонии. Да и родной Москонцерт доверял. Не подводил. Да, батенька. Филармония? Филармония. Сдвинулся человек. Бывает. Нет. Не бывает. Каналу такое кино совсем ни к чему. Простите. То есть, тебя как зовут? Вася. А что? А ничего, Вася. Я не знаю, что я с собой позволял делать в предыдущей жизни. Но сейчас, когда голос на меня повышают, мне неприятно, Вася. Скажите, пожалуйста, ему неприятно. А то, что за этим огромные деньги, миллионы стоят, тебе приятно? А зачем ему деньги не стоят? Совсем стоят. Остановите, пожалуйста, лимузин. Я выйду. Это не лимузин. Это таун-кар. Ну, мог бы и лимузин подать при таких-то оборотах. Остановите. Вот ты у меня выйдешь. Сейчас, как миленький, на студию поедешь, записи старые смотреть будешь, мозги прочищать. И пробу сделаем. Ха, пробу чего? Пробу тебя. А надо ли? Надо. Не думаю. На то, что вы думаете лично, господин Алтайский, всем глубоко наплевать. Есть мозги, нет мозгов. Или вместо мозгов минеральная вата. В шоу-бизнесе это не имеет никакого значения. Думать вам ни к чему. 21 век к размышлениям не располагает. Действовать надо. Я! С большим удовольствием от всего сердца вручаю ей главный приз нашей игры – ключи от автомобиля «Шкода Фелиция». Стоп. За что? За что я ей машину вручаю? Ну ладно бы швейную, а то иностранную с колесами. Или это так, туфта для зрителей, подстава? Нет, почему? Все в натуре. И машина? А чего убиваетесь-то? Не свое отдаете. Да жалко мне. Для многих машина – это мечта всей жизни. Несбыточная мечта. Вы шутите, Александр Павлович. Мечта всей жизни. Тут на жратву в год, как на 4 машины уходит. Привет, Санек. Живой? Здрасте.
Ну что, варит хоть немножко? Кто? Башка твоя, драгоценная. Да так себе, не скороварка. Лара, ты? Я? А что, на себя не похоже? Значит, слух верный прокатился. Не в себе ты. А ты в себе? Здесь все не в себе, но лица носим адекватные, и я в том числе. Давно? Лет 12. Сам меня из тюза выдернул. Ничего не помнишь, что ли? А мне тогда Семенов Марию искусницу предлагал. Да это у меня в провале. Я другое помню. Студентка режиссерского факультета. Стеснительная. За руку возьмешь, краснела. И во что превратилась? Ты бы на себя глянул. Глядел. Счастье, что тебя встретил. А то оконвоировали меня, загнали сюда. Жуть. Ты не оставляй меня ни на минуту. Это могу гарантировать. Сейчас поработаем немножко. Текст примерный дам и сыграем с воображаемыми игроками. Да ну их, воображаемых игроков. Погоди, у меня вопрос к тебе. Какой? Жизненно важный. Ну? Ты Марусю помнишь? Ну, на курс младше меня училась. Светленькая такая. А, это, с претензиями. Зябликова. Точно, Зябликова. И что дальше? Только ты и кричи, и психа меня не обзывай. Ну, не буду. Скажи, я случайно на ней не женился? Очнись. Ты даже на мне не женился. Значит, ты не разводился. Резвился ты на свободе, Сашенька, пока Ирина тебя не захомутала. Значит, привиделось. Что привиделось? Параллельный мир. Ну, и как там? Лучше или хуже? Не могу определенно сказать. До конца не досмотрел. Разбудили. А где она сейчас, Маруся? Ну, в рекламах вроде мелькала. То ли про соус, то ли про кетчуп. Сериалы вроде озвучивала. А адрес можно достать? Актерский отдел пока существует. Лариса. В студии, между прочим, заждались. Я позвоню, попрошу найти. Ларочка, только не сердись. Беспамятство у дурака. Только не гордись. Не у тебя одного. Просто ты на острие моды. Давай заставку для настроения. Легко. Лара! Ну, тут же нормально сдвинется. Вырубай настроение. Что ты тянешь? Ну, допустим, я скажу. Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Не товарищи, а дамы и господа. А зачем господам халявные пылесосы, если они уже господа? Это обращение ко всей массе телезрителей. Но ведь вся масса наверняка не господа. Саша, Йокол МНМ, мы создаем сказочное шоу, где все принцессы, принцы и господа. Не верю я этим сказочкам. Верю, не верю, Станиславский. Мы работать будем или демагогией заниматься? Хорошо, хорошо. Что дальше? Загляни в текст, там черным по белому написано. Сегодня среда, а это значит, что судьба вновь стоит рядом с вами, и до нее можно дотронуться рукой. И так далее, ля-ля-тополя. Разве сегодня среда? Пятница. После ля-ля делаешь паузу, улыбаешься прямо в камеру. Давай. Минуточку. А где камера?
Там красный огонек мигает. А, вижу. Не могу. Что не можешь? Улыбка не получается. Несколько раз получалось там, на воле, а сейчас никак. Расслабься. Представь море доброжелательных, влюбленных в тебя граждан. Они ждут твоей фирменной улыбки. Давай. Не выходит, Ларочка. Не выходит. Никак. Нет, это мертвый номер. Дохлый номер. Ну, я бы не стал заявлять так категорично. Надежда есть. Есть еще и вера, и любовь. Есть! Яков Моисеевич Зипштейн. Это еще кто такой? Я специально наводил справки. Специалист по гипнотическому погружению в транс с последующей разблокировкой отдельных проблематичных участков головного мозга. С неизменно превосходным результатом. Не надо сейчас иронизировать, не надо! Короче, все очевидно. Пока не поздно, надо Алтайскому найти замену. Не плачь, Саша. Да я не плачу. Просто глаза слезятся. От чего? Да это я отвык от яркого света. Неправда, здесь темно, и ты плачешь. Ну, а если и плачу, то не без оснований. Меня сделали, меня раскрутили, меня вложили, обложили. За мной деньги стоят, я стою за деньгами. Как ты думаешь, меня убьют? Кто? Ну, эти, которым я концерт испортил. Тебя вряд ли. А жаль, такого убить мало. Что ты несешь? За что тебя убивать? За то, что полжизни прожил не своей жизнью, не мне назначенной. Да ты целую школу создал на телевидении. Ты вершин достиг каторжным трудом. Я продумал такой сценарий. Можно в прямом эфире передать символические ключики от передачи в новые руки. И все, Боря. Ты свободен. Ступай. Куда? Если выражаться корректно, ступай нафиг. Или к Зипштейну. Секундочку. Юридически чего? Шоу принадлежит нам, чего? А не каналу. Юридически? Что? Ты в какой стране живешь? Тихо, господа, давайте в какой стране живешь? Еще международным судом в Гааге пригрози. Я один звонок сделаю, тебя по стенке размажу. Уйди, пока он тебя глобусом не долбанул или пепельницу не запустил. Я же мог играть в театре, сниматься в кино. Слушай, а если я сейчас начну дергаться и вопить, что лучше бы мне Гамлета в подвальном театре ставить, тогда что? Ну и ставь, кто тебя держит? Меня держит. Желание иметь кусок хлеба с маслом и запасные штаны. Мы голодный народ и продаемся. И это ты был. До провала памяти, после провала памяти. Ты все делал, гад, не другой дядя. И ты сознательно продавался за тот же хлеб, но с икрой. А теперь тебе вдруг стало стыдно, но поздно. Если ты, скотина, нюни, до завтра не прекратишь разводить, нас прихлопнут. Я останусь без штанов и хлеба, а ты быстренько все сразу вспомнишь. И быстренько сбацаешь новый краковяк на другом канале за еще большие бабки. На. Что это? Путевка в прошлое. Маруся? Она. Только учти, Марусь в природе не бывает. Есть Марии. Марианны, Марфы, Матрёны, Матильды, наконец. А Марусь нет. Александр Павлович, простите меня,
Я вчера вел себя самоуверенно и по-хамски. Только вчера, Борь. Да я сам виноват кругом. Прощать не вправе. Нет, Александр Павлович. Друг без друга нас размажут об асфальт. Нас уже мажут. А вот когда мы вместе, когда мы в команде... Симбиоз двух паразитов, так? Вся стая в сборе. Какая прелесть, какая идиллия. Только почему-то фанфары молчат. В звукоцехе обед, Ирина Валентиновна. Александр, я хочу тебе кое-что сообщить. Я только что общалась с адвокатами. И именно они теперь займутся всей финансовой стороной. Луны. Не юродствуй. А вот, между прочим, он меня соблазнил. Бедный Боря. Александр Павлович, а в каком смысле соблазнил? Спал он со мной. В каком смысле? А, вот мы как. Разделяй властвуй, да? Да вы, Ирина Валентиновна, просто стратег. Ах, я стратег? Доверенность, Боренька, выписана на твое имя. А я-то глупая дура думаю. И чего это Боренька так хвостом передо мной бьет, а? Чего? Да ты сама за спиной у мужа крутила. Занавес. Что? Перед кем выпендриваетесь, касатики? Клоун уволился, цирк закрывается. Александр Павлович! Александр! Александр Павлович! Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Павлович, ну что, ехать надо? Надо. А где охрана-то? Так я от жены ушел, от начальства ушел. Неужели от охраны не уйду? Так едем. С вами хоть на тот свет, Александр Павлович. На тот не надо. Я туда уже заглядывал. Ничего интересного. Такая же тягомотина. Поехали. Вы так и не сказали, куда. Пока прямо. Шеф, а это не проспект Мира? Он родимый. Так а здесь не было этой развязки? Построили. Теперь быстро. Очень быстро. Не успеешь оглянуться, уже развязка. Шеф. Что? Пить хочется. Сейчас сделаем. Порядок, Александр Павлович. Александр Павлович. Так что, с пивом теперь проблем никаких? Никаких, Александр Павлович. Вот здорово. Шеф, а помнишь, раньше в людных местах были фонтанчики? Ну, с водой для питья. А, пипищунчик такой торчит и журчит в тарелочку. Вот именно пипищунчик. Тарелочки и это самое, на ножке. Помню, особенно прикладывался, особенно с похмела, когда пиво в дефиците. Вот с похмела это актуально. А мне всегда жалко было. Чего? Воды жалко. 3-4 глотка сделаешь, выпрямишься, чтобы дух перевести. А воды вытекает в 100 раз больше, чем выпил. В канализацию. Ну и что? Бесплатно же. Вот так же и время. Зараза. 3% с толком, а все остальное на выброс.
чисто хорошее время. Клаку, быстро, быстро. Встанешь, в зеркало глянешь, а там старик. Это вы красиво объяснили, Александр Павлович. Хм, как по телевизору? Я не объяснил. Я ужаснулся. Ты послушай-ка, шеф, черный рынок где собирается? Какой такой черный рынок? Ну, валютный. Да нигде не собирается валютный рынок. Быть такого не может. Я вам говорю. Ну, а портата где-то же тусуется, ведь они же как тараканы, неистребим. Да нигде не крутится форца. Кому они нужны? Ну, а если доллары продать? Много. Ну, вообще-то у меня их много. Но для первого раза я хотел бы толкнуть немножко. Ну, для текущих нужд. Ну и продавайте. Так я и спрашиваю, где? Обменники? Кругом, на углах, круглосуточно. А между ними еще по нескольку. Так что, вот так заходи и меня, и тебя никто за шкирку не схватит. Как в Париже, что ли? Не знаю, как в Париже. Я в Турции отдыхаю. А здесь, пожалуйста. А вы что? Сами никогда не меняли, что ли? Никогда. Я все копил, копил. Слушай, а на Пушкинской такое удовольствие есть? Навалом. Туда и едем. Не вопрос. Оно меня не приняло. Кто оно? Руководство. Естественно. Кому охота общаться с истеричкой? Ну, прости меня, Боренька. Ну, прости. Я ведь думала, ты с Александром в сговоре. У нас теперь одна с тобой цель. Вернуть все на круги своя. Тактическая, не стратегическая цель. Ну хорошо. Мир? Перемирие. Пусть будет так. Если не доснимем блок, нам крышка. Эти шакалы начнут свою игру. Ой, да знаю я этого Алтайского. Помотается вон сейчас по своим дружкам. Проголодается. И объявится или на квартире, или на даче. Господи, отвези меня, а, Борь? Такси возьми. А ты значишь у меня? По-моему, наши отношения закончились публичным скандалом. Или я ошибаюсь? А у нас с тобой не отношения, Боренька. У нас с тобой общее горе. Ладно, поехали. Thank you.